Молодой человек, табаку не найдете? Была. Она тогда уже была. Как согреться в 18 веке? Привет, дорогие! Наступила осень, а вместе с ней пришли холода. Вместе с осенью приходят холода. Я очень не люблю мерзнуть, поэтому сегодня я покажу вам два своих теплых варианта осенней одежды 18 века. Что ж, обсудим, как люди умудрялись не мерзнуть зимой. Поехали. Сейчас все замашут руками и скажут: Полина, вокруг осень, октябрь, теплый день, о чем ты говоришь? Если вы думаете, что зимой не будет съемок на улице, вы ошибаетесь. В первую очередь, теплая одежда, зимняя, осенняя, а не весенняя, она шерстяная. Это шерстяные чулки, пиджачки, юбки, шали, воротники, варежки, то есть, ну, все, что можно сделать из шерсти, то из нее и шить. Есть еще вариант зимних шелковых юбок, но опять-таки их простегивали шерстью, это все очень красиво, очень долго и очень трудозатратно, поэтому это только для самых богатых. Когда-нибудь я пошью себе такую. Хотя мы с вами осматриваем в основном именно дворянскую одежду, я просто не пошила себе еще такую юбку. Да. Итак, самый простой и популярный вариант верхней одежды – это плащ. Но мы же с вами не такие. Потому мой первый пример – это бархатное пальто. И хотя я сшила его по источнику с зимним сюжетом, кстати, вот он. Обратите внимание, пальто девушки сшито либо из плотного бархата, либо это все-таки шерсть. На ней несколько теплых юбок, а на плечах накидка. Но если у вас все еще есть пара вопросов к этому зимнему декольте, как и у меня поначалу, давайте вспомним, что на коньках нужно двигаться, и это тоже согревает. И, конечно же, мы посмотрим на портреты других дамочек, которые, на минутку, более чем тепло укутаны в свои меха, плащи, муфты и пелерины. В общем, пальто очень красивое и удобное, но из-за материала оно все-таки не подходит для зимы, а вот осенью идеально для прогулок по паркам. Ну а мой второй вариант – это редингот. Шерстяная куртка, очень похожая на мундир. Ни для кого не секрет, что мы, девушки, обожаем заимствовать мужскую одежду. Это очередной пример. Еще в этот комплект входит мужская рубашка с жабо, жилет и теплая шерстяная юбка, не считая нижние слои одежды и белья. Хотя мои рукава чуть-чуть коротковаты для зимы, это прекрасно исправляют перчатки и меховая муфта. Остается добавить аксессуаров, и вы готовы к выходу в свет? Из-за того, что почти все детали сшиты из шерсти, а костюм плотно прилегает к телу, в нем достаточно тепло и даже жарко, если активно двигаться. Он понравится девушкам с бойким характером, ведь он создан для активного досуга, верховой езды, фехтования и охоты. Пишите в комментариях, какой из вариантов вам понравился больше. А подробнее про редингот, зимнюю обувь и детали этого наряда мы поговорим в следующих видео. Всем пока!